Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Напомню, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно, направить их на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии. По оценке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, из-за заморозки к 2020 году российская экономика потеряет 6 триллионов рублей.